Hi guys, welcome to my channel. This is Vasya Indihay and my name is Sergey. Very many people ask me how we can help your channel. I always told what the biggest help from you guys is your subscribing to our channel. And please subscribe to my Instagram. There is a lot of things from my Russian life. And of course, if you like what we do, you can support our channel. The best you can do for support our channel, we have a Patreon. All information you can find in description. Friends, for those of you who are watching our channel for the first time, I'm going to tell you about Tanya. So this video was filmed 1 year ago. Tanya used to live in a remote village in terrible conditions. Her house had no windows, no heating, no toilet, and no electricity. She was heating the stove by taking apart her wooden fence because she was no money for firewood. We took her from that village and tried to change her life for the better. We found her an apartment where she had all the amenities. We got her new clothes and she was able to go beauty salon. I think after that, Tanya's self-esteem improved. And it so happened that many viewers of our channel have noticed that Tanya could be a good match for one man about whom we made a story earlier. Unfortunately, his fate was tragic. But we showed this video only on numerous requests of subscribers because they're very interested what was the life of Tanya and Dima like. That time I was really happy for them. They were perfect for each other. Believe me, this is not what we do on our channel. We never introduce people to each other. But in this story, the stars really did align. And these two people met, fell in love, and were soon to be married. Привет! Здравствуйте! Отлично выглядишь! Привет! Как дела-то у вас? Ну, подали заявление. Не подали, а выдали. Ну, без разницы. Главное, все сделали, да. Видишь, она тебя уже исправляет, это уже все семейная мужская жизнь. Она постоянно меня исправляет, ну, так не надо, так надо. Заявление подали, а, ну... А как без колец-то? Значит, идем сейчас кольца смотреть, да? Да. Потом что еще нужно? Ну, костюмчик такой нормальный, я думаю. Да платье шикарное. Чтобы все у нее шикарно было, чтобы помпезно прям. Не, я ходила по магазинам, платье смотрела, но у меня таких нет. А, ты имеешь размеров на меня? Размеров нет. И все, ну, как сказать, дорогие. Ну, это мы попросим Олесю. Ты уже наша знакомая, я думаю, она поможет, не откажет. Да. К ней идем, ну, выбирать там костюмчики, платья. На второй этаж заходим, а нас оттуда говорят, идите, у нас детского нету. То есть... Мне сказали, я ребенок, детского освещения. Да? Да. Это так они так подшутили, что ли, или что? Я не знаю, но сказали, у нас детских вещей нет. Ну все, друзья, идем выбирать. Кольца, да, платья, костюмы. В общем, день сегодня будет, я чувствую, долгий. Таня, расскажи, пожалуйста, как у тебя вот ваш быт с Димой построен? Какие-то, не знаю, случаи, интересные истории? Ну, самая интересная история у меня, это мой день рождения. Я ему намекал на день рождения, Дима, у меня день рождения, но он не подавал виду. Вот. Ну, я вообще-то серьезно, правильно. Я как думала? Я думала, ничего не будет, ни подарков, ничего. Но он замечательный человек. Я проснулась, его нет. Переживала, конечно. Я думаю, может, сбежал, может, не хочет свадьбы. Подарочек такой на день рождения, да? Пока. Да. Угу. Вот. А он мне звонит по телефону и говорит, Таня, я паспорт забыл. Привезла ему паспорт. А он стоит такой... довольный, с цветами. Да. И я такая. Он говорит, Танюша, это тебе подарок. С днем рождения тебя, поцеловал меня, обнял. Такой сюрприз сделал, да? Да, и говорит, у меня еще один есть сюрприз для тебя. И мы пошли в кафе, накрыл стол. Да. Так красиво все это было. Как тебе вообще эта жизнь сейчас? И... Вот сейчас
мне очень хорошо. Я счастлива. Я знаю, что меня любят. Ты думала, что твоя жизнь так изменится, когда ты жила там? Нет? Нет. Какие мысли у тебя были? Ну, у меня были мысли, то, что я прожил в деревне, в город никогда не поеду. А когда я встретила этого человечка, у меня все изменилось в жизни. Ну, Серег, я на самом деле самая счастливая. Это здорово. И благодаря тебе, и благодаря всем, кто нас смотрит. Вас очень много поддерживают людей, я честно говоря. Да, я очень рада. Сам очень рад. Мы сегодня, да, только что вот встретили людей, которые просто подошли к нам. Таньку обнимали вообще. Да. Я такая счастливая. Меня еще, я думаю, никогда не поздравляли, а тут все прям. Нет, Танюш, ну что, сегодня я вот как бы, ребятки меня позвали, да, для того, чтобы у тебя была компания, и чтобы я тебе немножко помогла с выбором платья. Да. Ну, как девочка-девочка, да? Да. Пойдем посмотрим, может быть, что-то. Пойдем. Что нам предлагают. Что ты вообще хотела выбрать? Да, какое платье, какой фасон? Ну, я хочу белое. Белое платье, да? Оно будет приталенное или какое-то пышное? Не, можно так, можно пышное. Ну, пойдем посмотрим. Ты хотела какое-то вечернее или ты хотела какое-то платье прям пышное, так, чтобы, ну, чувствовать себя принцессой? Не, знаю. Да, я себе такое хочу платье. Да. Какое? Чтобы выглядеть как, чтобы как принцесса. Как принцесса. Ну, чтобы, да, немножко оно может быть, возможно, даже пышное. Вот это. Вот это прям блестящее-блестящее, да, солнце будет попадать, оно будет переливаться, тоже красиво, да. Это более матовое. Такое лаконичное, да, матовое. Ну, вот это вот это больше, да? Ну, может быть, все-таки мы начнем с примерки, а дальше уже, а дальше уже в процессе просто жизни что-то там, какие-то посмотрим коллективы, да. Приходите. Это у нас первый вариант. Татьяна в образе. Все, Танюш, кидаем букет. Тебе еще прическа, сделать макияж, и ну все. Ну что, принцесса? Да. Я его когда первый раз увидела, ну, я думала, у нас ничего не будет. Думаю, это не мое. А потом пригляделась, думаю, не мое. И я в него влюбилась с первого взгляда. Я знаю, что нас очень много людей знают, миллионы там, ну, вот. Не хочу зазнаваться и быть каким-нибудь паразитом. Вот, и знаю о том, что мне теперь что не на одного себя работать, а за нас двоих, то есть, ну, и делать этого человека еще лучше, чтобы у него все было. Слушай, ну это на самом деле очень важно. Молодец, что ты это понимаешь, но я в тебе не сомневаюсь. Я думаю, все будет хорошо. Это самое главное, да. Тихо-тихо, осторожно. Ну, давай. Давай начнем с костюма. Сейчас нам кто-нибудь покажет. А где у вас костюмы? Здесь? Ага. Супер. Ну, а вообще какого цвета ты хочешь? Светлого или темного? Блин, я не знаю, может, черный какой-нибудь. Ну, черный слишком такой будет тяжеловатый, мне кажется. Давай какой-нибудь синеватый. Да, из синего, может быть, выберем. Ну, вот этот, по-моему, очень даже неплохой. Вот этот. Но я думаю, несколько надо померить, чтобы понять, какой тебе к лицу. Ну да. С этого начать. Ну, а вдруг подойдет. Попробуй, да, давай. Нужно много померить, я думаю, чтобы понять, какой именно. Вот этот точно? Ну, блин. Ну, смотри, ты померяй, конечно, но... Померяй. Да. Если нравится, померяй, конечно. Ну, с этим самое нормальное. Вот костюм. Да. Вот это хороший. Ну, тебе вот это нравится, Тань? Мне да. Димон, конечно, взял себе на свой выбор. Но нам с Таней вот понравился вот этот костюм. Не знаю, подойдет он ему или нет. Сейчас посмотрим. Портки спадают. Чего спадают? Портки? Портки, да. Там такого. Ну так себе, да, Дим. Точно. Нет, мне не нравится. Нет. Нет. Там сильно. Не, однозначно, короче, мы прям забраковали. Нет. Нет, ну все, иди пример. Это так. А есть другие варианты? Давай мы, в общем, смотри, мы подобрали вот этот костюм, померяй. Да, и рубашку. Да, с Танькой.
Таня еще рубашку выбрала, давай вот с ней померяй. Попробуем Танин вкус. Давай вот это. На, пример, Дим. Ну, по сравнению с теми, да. Ну, по сравнению с другими, конечно. Да, выбор хороший. Да и так он, в принципе, сидит на тебе, как будто под тебя, да, шили. Да, классный. Да. Штанишки надо. Мы его не шили специально под Димана, правда, но он идеально сидит на тебе. Да, мне нравится. И мы. Да, еще галстук. Ну да. Огонь, огонь. Не, реально огонь. Не, мне понравилось, реально. Нет. Из всего, что вот было, да. Это просто обалденный вариант. Ты за? Я да. Хорошо. Я же знаю. На свадьбе плясать буду, пиджак скину. Ну а какой у Тани характер? Давай, честно. Нет, честно говори, да. Ну иногда капризничает, но кто не капризничает. Иногда голос на него повышает. Да, но это бытовые мелкие. Я всегда говорю, Танюш, давай не будем ругаться и все. И нет, все будет у нас. Мне в нем не нравится. Он, вот, тебе надо так выглядеть, вот ты не так выглядишь. Тебе надо быть красивой, делай, выходить в люди. Да. Я говорю, не надо меня поправлять, что-то делать. Мне это не нравится. А когда я огрызаюсь с ним, ему не нравится. Или я ему что-то там скажу. Дим, тебе это не идет, ему тоже не нравится. Но если было бы у нас. Ну, все хорошо, тогда бы нам не о чем было поговорить. Да, ну, у каждого свое должно что-то быть, как бы. Конечно, мы же не вот. Снимаем детскую сказку. Люди взрослые, они притираются друг к другу. У каждого там свои тараканы в голове. Но самое важное вообще в отношениях – это компромисс. Да, вот, да. Если понимание, постоянно его, понимание. Если постоянно его включать вот, в каких-то, знаешь, сложных ситуациях, тогда… Если вот, ты друг друга понимаешь, да, он тебя понимает, и ты. Вот тогда ваша пара, она долго протянет в отношениях, если постоянно будет какой-то компромисс. Ну, это очень важно просто. Хорошо, вот там после свадьбы, надеюсь, у нас все гладко пройдет. Что планируете после свадьбы? Какие мечты вообще? Какие... У меня мечта съездить на море, на Черное море. Ни разу не было? Не, я ни разу не была. Вот, я хочу с Димой съездить. Хотя бы на пару деньков. Ну, можно даже на недельку. А ты была в море? Я не был, потому что я плавать не умею. Ну, плавать там не обязательно. Ага. Прям, может, ну, просто... в хорошие места посетить, да. Я думаю, вообще стоит. Море не видела. Ну, я мечтаю об этом. Нет. Я умею. Надо. Сейчас нырнешь один раз. Топориком. Не, ну я правда озабочен этой проблемой, Диман не умеет плавать, как так? Не умею. Ну я хочу, знаешь, какой кольцо, так, чтобы она виднелась. Ну, то есть не тонкая, а широкая. То есть, ну, как вот. Твоя душа. Да, да, чтобы заметно было, что у меня есть жена. Как насчет этого? Вот эти прикольные, классные. Блин, вот эти вот сверкают. Какие вот, например? Там еще булочка внизу на себя выпьет. Это платина, да, я так понимаю? Смотрите, это не платина, это белое золото. Белое золото. Размеры знаете ваши? Да, 21 и 15. 15, да? Да. Да, как оно не очень светится. Может, какой-нибудь другой золотой, нет? Другой золотой. О, нет. Ну, он как-то неопрятный. Большой. Это большой. Да, ну это напоминает гайку. Мне не нравится. Что там сказать? В общем, Серег, кольца мы выбрали. Обалденные. Гравировку там с датой и год. А, то есть вот. Гравировку на кольцах, да, здесь? Да. У нас не будет самая такая богатая свадьба. Да. Вот, конечно. Но будет все стабильно, шикарно, хорошо. И даже денежка останется нам на будущее, там,
Вот, одеяло там купить, ну, на бытовую, вот, которыми люди меня смотрят, блин, они такую огромную поддержку, Серега, дали, и реально, просто, прям от души я, ну, каждому готов, это, руку пожать, там, щечку поцеловать, там, ну, мужиков, конечно, не буду целовать, а крепкого краба там, то есть, ну, блин, от души вообще так реально помогли. Угу. Вот. И свадьба будет. Свадьба будет как, да, свадьба, да? Как свадьба, реально. Спасибо и тебе, Серега, поддерживал меня. Вот, познакомил. Блин, вообще колоссально. Я думаю, мы даже золотую свадьбу сыграем. Она через 50 лет я играется. Я, кстати, не помню, через сколько она была. 50 лет. 50 помню. Лет, наверное, да. Да. Ты готов держать меня 50 лет? Готово. Терпеть меня? Thank you, dear friends, for watching this video. Please share this video. Text the comments. All this thing is help our channel to grow up. Thank you for watching. See you in the next video. Be safe and goodbye.